Друзья, всем привет! Все вы сталкивались, да, ну кто, такой сварочный аппарат, вот такая вот масса, ну это она уже, вот что с ней случилось, в общем, со временем, вот, ну и поэтому, что я предлагаю взамен этой массы. Итак, друзья, вот технология, ну это технология распространенная, то есть вот, масса, значит, вот этот пятачок может быть любой, просто пластина, кусок пластины, вот так вот я туда проварил болт, чтобы крутить, прикрутить провод, масса, ну и просто вот, то есть для настольного использования получается, то есть вот так положили, естественно, она будет так болтаться, не будет никакой массы, то есть для этого нужен магнит, друзья, вот магнит от динамика, то есть если у вас даже есть сразу готовый магнит с пластинами, то это еще даже лучше, то есть не надо ничего от этого делать. Вот магнит, вот положили, все, он примагнитился, ну естественно для лучшего магничивания зачистить, но это в любом случае надо зачищать массу, то есть где приложили тут, к примеру, да, тут, ну где надо, приложили, все, теперь можно варить. Сейчас я включаю аппарат. Все, приложили и поехали. То есть видно, что все нормально, она уже не будет съезжать ничего. Так, сейчас я отключу. Она уже не будет съезжать. Спокойно сняли, переложили в другое место и все. То есть вот с помощью магнита спокойно можно все это дело приваривать. Если сюда какие-то стружки примагнитили, спокойно магнит снимаем, да, и очищаем все это дело. То есть вот такая вот масса, в принципе, для гаражных работ. Ну что тут, приварил там, я не часто варил, но бывает, приставил, все оно примагничилось, и можно спокойно заниматься. Вот, друзья, такая штука. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на мой канал. На этом все. До свидания.